Среднее значение суммы – это сумма средних значений. Давайте я это объясню. Это один из важнейших стандартных фактов теории вероятности. Если у вас есть совершенно любое вероятностное пространство, состоящее из точек с вероятностями P1, P2 и так далее, P1, то что значит, что мы задали вероятностное пространство? Это значит, что сумма чисел вот этих вот P-шек равна единице. И они не отрицательные числа. Да? Замечательно. Что такое случайная величина? Ну, это в каждой точке есть некое значение. Там число A1, это совершенно любые вещественные числа, заданные в этих точках. Что такое другая случайная величина? Ну, это какие другие числа. Да, замечательно. А что такое среднее значение величины A? Это вот такая сумма. А1, P1 и так далее, плюс PN. Что такое среднее значение величины B? Это вот такая вот сумма. То есть, ребят, это просто из школьной алгебры, да? Если вы возьмете вот такую сумму, то что произойдет, если вы переставите слова? А произойдет простая вещь. Вы сможете написать А1 плюс B1 умножить на P1. А2 плюс B2 умножить на P2 и так далее, и так далее, и так далее. АН плюс БН умножить на ПН. Вот это равенство, оно абсолютно очевидно, оно и означает, среднее значение суммы случайных величин – это сумма средних значений.